сумел бежать из русского плена. В Триолете Соломону встретился отряд дагестанцев, которые, признав в нем эмеретинского царя, преклонили перед ним колени, поклялись в верности и сопроводили его в целости и сохранности в Ахалцихе. Из Ахалцихе Соломон II написал эмеретинскому митрополиту Доситею. Грузины, поверившие слову и обету русских, духовно страстную пятницу говеем, а телесно истерзанные молим о смерти, как об избавлении. Побег Соломона из Тбилиси ознаменовал начало борьбы Западной Грузии против русского владычества. Сопротивление продлилось более 4 месяцев. Русское командование было поражено тем, что во всей Западной Грузии трудно было найти человека, который бы отрекся от своего царя и стал служить завоевателем. Но то, что не смогло сделать русское оружие, сделала чума, принесенная в Эмирете русской армией. Эпидемия чумы среди солдат перекинулась на население и за несколько месяцев унесла жизни половины жителей региона. Страна была парализована. С 19 на 20 сентября Соломон II провел ночь в деревне Маглаки на балконе князя Нижарадзе. На утро следующего дня он направился в Ахалцих. 5 мая 1810 года главнокомандующий по Кавказу Александр Тармасов ходатайствовал к военному министру генералу Барклаю де Толли. В послании говорилось: «Милостивый государь Михаил Богданович, имея счастье представить в милосердное воззрение его императорского величества подвиги полковника Симоновича, от монарших щедрот и спрашивать ему, высочайше утвердить его управляющим по делам Эмеретии, Мингрелии, Гурии и Абхазии». Клятвопреступник Симонович был щедро вознагражден, тогда как преданных христианскому царю грузин жестоко наказали. Прежде чем Соломону удалось покинуть Тбилиси, на выходе из города ему повстречались 4 грузинских всадников. Сотник Гогия Паланишвили и 3 его спутников. Служивший в русской армии Паланишвили узнал убежавшего из плена царя. Но вместо того, чтобы арестовать его, дабы выслужиться перед начальством, он уступил царю Соломону II своего коня и помог ему выбраться в безопасное место. Русская администрация судила Гогию Паланишвили и 3 его спутников. В том же 1810 году все 4 были казнены во Влабаре. И случилось чудо. Как гласит предание, в течение многих месяцев на могиле героев, отдавших жизнь за последнего грузинского царя, развивалось божественное сияние. Незадолго до упразднения автокефалии последним актом грузинской церкви было причисление к лику святых 4 героев – Автандилашвили, Пентелашвили, Гурасашвили и Гогия Паланишвили. Лишенный царства Соломон II вынужден был бежать в Арзарум. Скончался он
в возрасте 42 лет в Трабзоне. В 1990 году его прах был возвращен на родину и погребен в Гелатском соборе. А в 2005 году грузинская церковь причислила царя Соломона II к лику святых. Это была программа «История в лицах». Я ее ведущий Зураб Кипшидзе. Встретимся через неделю. Не забывайте историю.